задача там, или цель этого тренинга не продекларировать обязательно, что старость – это классно. Мои представления о старости чрезвычайно радужны. Моя бабушка курит трубку. Каждый по-своему проживает этот период в своей жизни. У каждого он начинается в свое время. Бог мой. Больше спать. Я не ожидал, что тренинг по старости будет юмористическим. Этого тренинга дать вам возможность побыть в разных состояниях, да, где-то телесных, где-то попереживать всякие феномены, связанные с возрастом, со старостью.